Фойе Дворца культуры «Современник» многолюдно. Зареченцы рассматривают народные костюмы, работу мастериц и пробуют блюда национальной мордовской кухни. Все это предваряло торжественный вечер, посвященный Дню народного единства. Мы подчеркиваем, как многонациональна наша страна. Мы действительно можем посмотреть на какие-то кусочки традиций наших национальностей, которые живут в России, тем, что мы можем еще раз показать, какая мы большая семья. Я очень патриотичный человек, поэтому для меня это гордость за свою Россию, за свою родину. И этот праздник я воспринимаю очень серьезно. Маленький Заречный олицетворяет собой всю огромную страну. В конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века сюда приезжали специалисты из всех республик Советского Союза. В нашем городе живут русские, мордва, татары, украинцы, белорусы, башкиры, чуваши, армяне, азербайджанцы, грузины. И у каждого народа свои обычаи и традиции. Мордва очень любят картошку, сажают по много ее, по 50, по 100 соток сажают. Это мои предки, вот я знаю, сажали по много и по 1000 ведер выкапывали картошку. То есть картошкой мы кормили и скотину, а крупную мы вот отваривали, мяли прям горячую, туда добавляли масло, растительное масло с селедкой, ой, с луком, растительное масло с луком. Жарили, добавляли в этот фарш картошку и резали мелко-мелко селедку или рыбу какую, добавляли туда. Это фарш. Вот получилось такое блюдо тёмр, очень сытное, вкусное. Одними из самых активных участников торжественного вечера были дети, чтецы первого этапа городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают». Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. Пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. На празднике День народного единства можно было подписать открытку для солдат, участвующих в специальной военной операции. Этой возможностью воспользовались и взрослые, и дети. Празднование Дня единства из фойе Дворца культуры переместилось в зрительный зал. В концерте приняли участие творческие коллективы из Заречного и приглашенные гости из Пензы, народные хореографические ансамбли «Вдохновение» и «Каблучок». В зрительном зале не было свободных мест. Русские, мордовские, чувашские, белорусские танцы и песни публика аплодировала каждому выступлению артистов. И пусть этот концерт показал лишь малую толику творчества народов, населяющих Россию, он стал ярким подтверждением простой истины. Народов много, страна одна. Россия, моя ты судьба, люблю я, Россия, тебя. Диана Котлярова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».